Так, добрый день, друзья. Вновь мы на анапском стенде канала «Образ жизни». Очередное видео из серии «Охота и охотничьи принадлежности». И сегодня снова постреляем по мишеням из ружья «Фабарм» «Элос С Спортинг» с другими дульными сужениями. Посмотрим, чего будет оно показывать сегодня. Итак, друзья, вновь сегодня на стенде у нас ружье Фабарм Элос с новыми патронами и с новыми родными дульными чоками. Да, Александр? Что у нас сегодня в стволах? 0,7-0,9. И патрон? Азот Профи Хантер, пятерка контейнер. Азот Профи Хантер, пятерка контейнер. Расстояние 25 здесь? 35 метров. Стреляем. Первый выстрел что? 0,7. Не перевел? Уронил мишень. И что получается? Азот, пятерка контейнерная, 0,7, 147 штук, почему-то занижено, мне кажется, да? Тебе не кажется так? Мы же хотели, чтобы как-то стрельнуть с этого, блин, с упора, ага, блин, чтобы было понятно совершенно. Но в тот раз у тебя уходило влево, сейчас ты все, сейчас все нормально, только чуть-чуть пониже. Вот 147 дробин, расстояние 35 метров. Будет дульное сужение 0,9, азот Профи Хантер пятерка. 0,9, азот Профи Хантер пятерка, то же самое, 35 метров контейнер, да? Да. Смотрим, и что получилось. Ну те уже ты давай не будем тогда считать, на прошлой мишени не считали же. 15 штук здесь. Ну и там 15, и здесь 15. Того 140. Ну вот 141. Нет, 142 тогда. А нет, это точка. 141. А там было 145? Где? В предыдущий выстрел. 145? Или 147? 147. Ну, смотри, 0,9 сужение уже. Ты одну пропустил еще, он все-таки не одну, а раз. Ты что, Василий? Раз, два, три, четыре. Ну это... Нет, это непонятно. Это дырка. Нет. Ну давай это эти раз, два, три, четыре. По-любому. 145, пускай будет 145. 145, то же самое получается, одинаковое. Непонятно, что с 0,7, 145 на том же расстоянии, тот же патрон, все то же самое, что с 0,9, 145. Загадочное итальянское ружье Элос С Спорт Кинг. Итак, сейчас у нас что? 0,9 чок XLR-овский, Фабарм XLR. Ага, ага. И патрон тот же самый, да? Тот же пятерочка, да. Смотрим. Но мне кажется, выстрел маленько другой с этим чоком. Не с родным, а именно с этим. Что получилось? 142. Хотя кажется вроде и побольше. Ну то есть фактически та же самая цифра и с неродным чоком 0,9. Но выстрел-то как-то это... Мне кажется, равномерней и все-таки без занижения. То есть, либо это все-таки связано с чоком, либо это все-таки связано... Но если ты точно так же целишься, значит, наверное, только с чоком. По количеству дроби все то же самое получилось. Итак, что у нас сейчас будет? Джем 0,38. Ага. Все, понял. Тот же самый патрон. Та же самая пачка. Та же самая пачка.
Окей, смотрим. Джемини, по-моему, покучнее стрельнул. И центр, и в смысле осыпь нормальная совершенно, никуда не занижена, хоть ты ничего и не нарисовал. 147? Да. Ну, вроде как бы и покучнее, вроде, а цифра почти та же самая, разница, плюс-минус 2 дробины. Ну, плюс-минус 10 дробин. 140. Да какие 10? То есть там было 142, 145, вот здесь 147. 140, 150. Ну, ну. И вот, независимо, вот 0,38, он тот же самый, 0,5, как штатный. Да. Ну, ну, 147, вот еще одна. Вот. Ну, 148, ну, плюс-минус, как бы. Ну, оно ну, фактически вот. Разницы-то нет, я тебе скажу. И здесь то же самое, 15 будет дробин. Ну, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Дело-то в том, что мне непонятно, почему 0,7 и 0,9 одинаковое количество дроби на одинаковом расстоянии. Я понимаю, если было бы расстояние разное. Непонятно. Ну, Джемини, получается, он стреляет как 0,5, как 0,7. Разницы, ну, как 0,7 пусть будет. Разницы нету никакой совершенно. По цифрам. Может, патрон... Посмотри, на патроне одинаковый тот же самый результат, патрон, стабильный. 140-150 патрон. Патрон один и тот же, даже коробка одна и та же. И показатели одни и те же. Неважно, на какие у тебя стоят. 0,7 или 0,9 заряжаешь. Можно вообще все выкрутить, блин. Так что непонятно. Непонятно, блин. Спортивное ружье, в принципе-то. У него все как цилиндр.